Айнерс, вас также я поздравляю с успешной игрой, с предположительным результатом. Скажите, действительно ли на вас в этой игре так сильно повлияло поражение в Южном, или какие-то еще факторы сегодня помогли? Ну, наверное, да. Что еще, если не поражение, это какой раздражитель на следующую игру? Конечно, мы сделали более агрессивную, может быть, подготовку этой игре, более агрессивно посмотрели на предыдущую игру, то, как мы играли там в плане агрессивности, то вот там вообще не было игры Южным. Мы давали и сопернику делать все, что он с нами хочет. Основном защите 1-1. Как вы знаете, баскетбол начинается с игры 1-1. И, конечно, я не могу сказать, что на эту игру была другая установка. И 100% отвечаю за свои слова, что ваша команда сейчас, Одесса, не настолько слабая, как мы заставили их выглядеть. Да, может быть, в прямом смысле мы выпустили весь такой гнев, если так можно выразиться, одновременно. Мне очень радовало то, что у нас было качество игры. У нас практически не было потерь. У нас были, как обычно, в баскетболе, есть какие-то некоторые поспешные броски, но реально Одесса, вот как вы упомянули только что, там почти там приблизилась, да, но это вы приблизились, потому что мы промазали, вы сразу нашли ситуации. Да, и у нас очень хороший был баланс между нападением и защитой. У нас, можно сказать, было и агрессивно, у нас было все в этой игре. Да, и, конечно, такая мелочь, как всегда, остается, надо попасть в свои броски. Очень часто мы первые игры, например, по Харькову, если мы попали в начале игры свои броски, то там было бы тоже, уже в первой половине все было бы ясно. Да. Но это потому мы любим баскетбол, что он непредсказуем. И мы играли в прямом смысле агрессивные игроки друг друга, если так можно сказать, прикрывали. Один работал агрессивно, другой прикрывал. Так, как должно быть. Может быть, сегодня появилась уже чуть-чуть такая агрессивность, которая у нас была, которую мы хотим, и которая была в некоторых предсезонных играх, когда мы играли командами, которые на бумаге и по возможности намного сильнее. Да. Но нам очень важно играть так все время. Очень-очень важно, это самое главное. Да. Одновременно, я еще раз повторяюсь, не унывайте сейчас. Так вот, это есть часть баскетбола, да, но ваша команда не настолько слабая, как мы просто в этой игре заставили вас выглядеть. Спасибо вам за обстоятельный комментарий. Желаю вам удачи в следующих матчах.